Привет, дети ночи, вы на канале Vampire Walk, и сегодня мы с тобой посмотрим Thrill Pill Миллионы. Да, знаешь ли, вот вышел недавно вот этот вот клип, мне сказали, что типа неплохо бы его посмотреть, потому что что-то вот, он какой-то там интересный, с каким-то вроде как сюжетным, если я, конечно, правильно поняла, да. Ну и заодно песню послушаем, потому что Thrill Pill, я знаю только одну песню, и то, знаешь ли, на слух. Это сука хочет денег. Вот это все, что я знаю от Thrill Pill. Да, наверное, пора уже узнать что-нибудь побольше. Да, поэтому вышел клип Миллионы, поэтому мы сейчас его с тобой посмотрим. Смотрим. Чтобы забыть, что я один, совсем один. Я люблю этот дым, серый дым. Болен, но я не простыл. Сегодня я с тобой, завтра тебя забыл. И я не сказал ей прости, только это моя жизнь. Одинаковые дни. Каждого из нас так просто забыть. Из дерьма всем приходится жить. Каждой ночью кошмарные сны. Я вылез с района, где пацаны застревают навечно. Это время идет, и я не чувствую, что оно лечит. Я могу забрать 8 лямов за вечер, но от этого не легче. На не миллионы, но мне одиноко. Я не знаю, кто ты. Вот это типа общество анонимных кого-либо, да, ну не то, что общество анонимных, это в любом случае какие-то группы поддержки, на которых обсуждаются, знаешь, какие-то люди, которые пытаются исцелиться от какой-то проблемы, вот это тут как раз такое, может быть, знаешь ли, Thrill Pill сам по себе как человек ходит на какие-то такие общества, да, какие-то такие группы поддержки, это отлично, кстати, отличная вещь, да, если он реально так ходит, таким образом решает свои проблемы, так это же замечательно, да, потому что когда ты в группе, группе поддержки, как бы с тобой куча людей, которые идут к одной цели, естественно, это вдохновляет, и тебе труднее откатиться назад, да, тебя всегда подкатит обратно, да, смотрим. Чтобы забыть, что я один, совсем один. Я люблю этот дым, серый дым. Болен, но я не простыл. Сегодня я с тобой, завтра тебя забыл. Хорошо, хорошо. Короче, я поняла, да, мне... Интересная, на самом деле, задумка, да, интересный такой ход, то есть, как бы, мы недавно, вот недавно совсем смотрели Плакшери, да, сегодня, да, ты будешь смотреть эту серию позже, а может быть, после, ну, короче, ты, да, сегодня будешь ее смотреть, вот прямо сейчас, да, ты ее смотришь, и... А Плакшери, по сути, мы когда смотрели Фараона, да, Плакшери это такой стиль жизни, когда деньги есть, а жизни нет. И тут, по сути, то же самое, да, типа, могу сделать 8 лямов за вечер, но мне от этого не легче, курю героин, чтобы забыть, что я один. Вот как раз вот такая вот какая-то идея есть, и причем такая идея, она часто повторяется у рэперов, да. Ну, потому что, ну, блин, прикинь, так... Тебе сказали, как музыкант, типа, чувак, ну иди к деньгам, кучу денег зашибай, все нормально будет, вообще стопудово, будешь счастлив, вечно придешь, вот, заработаешь кучу денег, скажешь, да вау, все, в жизни мне ничего не надо, можно до конца жизни тусить бесконечно, да, и в итоге ты приходишь, получаешь эти 8 лямов за вечер, и тупо какая-то хрень, и думаешь, и что дальше делать, знаешь ли, как жить без мечты дальше? А людей нормальных не найдешь, потому что, ну, знаешь, много людей, которые хотят тупо денег и все, и уйти, да, когда ты им не нужен, они за тебя особо зацепились за твой кошелек, они его вытащили и ушли по своим делам, да, и тут, конечно же, такие песни, их вполне достаточно, их много, и мы их наблюдаем. Интересный клип, да, с такой, знаешь,
Я даже сказала, он позитивный, он оптимистический, потому что обычно мы такие клипы смотрим, там просто чувак, да, поет. Сюжет, конечно, есть, но сюжет, в принципе, всегда возвращается к одному, к героину, там, всему такому, да. А здесь именно группа поддержки, да. То есть клип заканчивается группой поддержки, что все обнимаются, все хлопают, да. То есть как будто бы нашелся выход, да, и по нему, в принципе, осталось только идти и не свернуть, не слететь обратно, да. Так что вот такой вот интересный факт, да. Плюс еще при... Ну, здесь, знаешь, вот типа... Общество анонимных наркоманов, скорее всего, этого, да, и еще плюс, если ты не знал, что когда лечат наркоманию, очень важно отказаться от предыдущих, прежних связей, именно с, ну, друзей, которыми ты в эту всю тему идешь, да, то есть вот эти наркотики принимаешь, да, людей, которые, ну, короче, токсичных людей, ты от них отказываешься полностью, да, и вот таким образом только с помощью этого. Потому что если ты, например, пытаешься бросить, да, что-либо, но у тебя остались эти связи, которые на тебя тянут вниз, то, конечно, ты никогда в жизни не избавишься. Вот такой вот интересный факт, да. Ну и здесь, конечно же, очень много всего интересного, можно пообсуждать, поразмышлять, но выход один. Хорошо, все закончилось, все у него будет хорошо, у этого лирического героя. Насчет Рилтепила, не знаю, живет ли он так, как он поет, может быть и живет, но в любом случае, удачи ему. Если понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, Инстаграм, ВКонтакте, проверяй мое личное творчество, пиши в комментариях, что ты думаешь об этом клипе. Да. И до новых встреч. Пока-пока.